День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Хорошие дела и благотворительность, и вообще добрые какие-то вещи связаны у нас, ассоциируются, как правило, с Рождеством, с завершением года. И подводя, может быть, итоги вот этого года, мы беседуем с главой общества «Доктор Клоун». Марьяна Миловская с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Марьян. Доброе утро. Слышно нас, да? Доброе утро. Да, может быть, о том, ну, несколько слов о том, каким был для вас этот год, насколько сложным работа общества «Доктор Клоун» в этих условиях. Понятно, что уже второй год подряд, но, тем не менее, вот в условиях коронавируса, насколько это требует, может быть, большей какой-то отдачи, может быть, больших каких-то усилий. Да, я думаю, знаете, для всех, наверное, год был наполнен разными вызовами, и для нас, на самом деле, абсолютно не меньше. Вызовов было много, начиная от, понятно, финансовых, потому что количество пожертвований сократилось все-таки, до того, что, на самом деле, было достаточно сложно также поддерживать клоунскую команду, потому что это все тоже происходит практически онлайн, а мы понимаем, что сама по себе работа — это, в общем-то, всегда тет-а-тет, и мы поддерживаем друг друга тет-а-тет. Поэтому переход на онлайн для нас тоже, в общем-то, был непрост, но мне кажется, что очень хорошо с этим справились. Поэтому и еще одна, конечно, очень большой вызов для нас был то, что мы все начали носить маски. Представляете себе, доктор Клоун, понятное дело, что это всегда, в общем-то, мы работаем с мимикой, на лице очень много что написано, то есть мы должны были перестраивать и подстраивать нашу работу, чтобы она была не менее эффективна и ценна, но при этом, когда у тебя вначале не только маска на лице, но еще и щиток, то есть у тебя практически не видно, а мы работаем с эмоциями, с ощущениями, да, и нам очень важно, что показывает наше лицо. Вот. Но ребята с этим справились совершенно уникально, и я понимаю, что работает еще лучше. Все стали, мне кажется, минимум в 3 раза профессиональнее за этот год, потому что все то же самое, была необходимость, в общем-то, добиваться другими путями. Мы к ребенку больше не имеем права подойти ближе, чем на 2 метра. Мы больше не можем друг друга потрогать, обнять, держать за руку, да. И это на самом деле достаточно сложно для нас всех, такая тактильная депривация. Для клоуна это тоже сложно, потому что мы работаем в принципе в близком контакте. Так вот, в конец года, мне кажется, клоуны справились великолепно, и ни дети, ни родители, ни клоуны больше этого не чувствуют. Ну, а как же вы тогда справлялись действительно при невозможности приблизиться и обнять, и улыбнуться? Как это физически возможно? Это просто происходит больше какой-то другой. Ну, во-первых, наверное, больше все-таки теперь идет немножко больше вербалики, больше слов. И мы ищем другие виды контактов, мы смотрим еще больше, что ребенка интересует, что есть в палате, на что он реагирует. В общем-то, инструменты остались практически все те же, просто мы их используем немного по-другому. То есть мы играем больше с ребенком на расстоянии, вся наша сценка, постоянное взаимодействие, где тоже ребенок что-то постоянно делает. Не только клоун подходит и вызывает, но ребенка, в общем-то, вызывается на расстоянии. Это сложно, но это работает очень хорошо теперь. А что насчет команды? Не стало ли меньше самих клоунов или, наоборот, прибавилось? И так. Старых клоунов, как мы называем, сеньоров и профессиональных. Да, профессиональных клоунов у нас поубавилось, потому что мы знаем, что для всех COVID – это такой, в общем-то, тяжелый момент и финансово, и иначе, и психологически. А работа доктора клоуна, она все-таки очень завязана на вопрос времени. Это занимает огромный временный ресурс, но также твое психологическое состояние должно быть очень стабильно, чтобы ты мог работать доктором клоуном. Поэтому есть, да, наши ряды поредели. Но мы на свой год закончили великолепно. Мы вот только что хотела поделиться хорошей новостью. Мы закончили отбор в новую школу. Это в основном региональная школа. Это будут новые клоуны в Вентспилс, в Лепою, в Резекне, в Даугавпилс. И вот мы отобрали 13 человек, которые начинают в январе учиться. И надеюсь, что к июню у нас уже будут новые коллеги, доктора-клоуны, которые выйдут работать. То есть 6 месяцев они будут учиться. Онлайн. Вот вы не пробовали, вот именно вы упомянули, по-моему, что онлайн общение, насколько оно
во-первых, же позволяет, например, дотянуться до регионов, куда, ну, вот, можно находиться физически в Риге, а в то же время работать с региональными какими-то больницами. Ну, вы знаете, вот смотрите, мы тоже сейчас сидим и смотрим друг друга онлайн, да, но я вас вижу в маленьком экранчике, я практически не вижу там ваши мимики лица, мне очень тяжело поймать на самом деле вот это ощущение, состояние, эмоцию. А работа доктора Клоуна, в общем-то, она все на этом завязана. Поэтому онлайн как такая самая крайняя точка, когда при абсолютнейшей невозможности ничего, и мы все действительно сидим по домам, это возможен как выход. Но, в принципе, как способ работы на какой-то постоянной основе, конечно, доктор Клоун это должен быть вживую, потому что Клоун очень быстро реагирует на то, что происходит с ребенком, на то, что происходит с родителем, и это возможно, в общем-то, при близком контакте больше. А то, что мы сейчас попробовали и что у нас хорошо работает, это когда один доктор Клоун в больнице, а другой доктор Клоун это планшет. То есть для ребенка это очень понятно, потому что это все равно задействует дигитальный мир, к которому он безумно привык. Во-вторых, это часто бывает, не знаю, там разговаривающий карман или еще что-то. И вот в таком тандеме, когда у тебя есть один живой клоун, а второй у тебя электронный клоун, так скажем, это работает совершенно прекрасно. Мы очень хотим развить вот это онлайн-направление, про которое вы говорите. Мы больше хотим ориентироваться про деток, на которые мы не попадаем. Это дети, которые болеют больше дома и так далее. Но, тем не менее, мы пока еще не до конца нашли эти способы, потому что, когда клоун приходит к ребенку в палату, ребенок вынужден каким-то образом взаимодействовать. Он может его выгнать, он может его пригласить, он может к нему быть индифферентен, но он с ним вместе. Когда ребенку говорят: вот, на, возьми клоун, это совершенно другое ощущение. Да? Тут нету такого этого первого контакта, нет первого возможности ребенка выбора, хочет он контактировать или нет, он опять-таки вынужден. А мы говорим про клоуна, что это важно, что ребенок имеет право сделать выбор, это его свобода. Он даже может выгнать, и это тоже хорошо, потому что ему позволяет это взять контроль над ситуацией, что очень важно, что он теряет при болезни. Вот онлайн мы еще ищем пути. Ну, то же самое онлайн-приложение какое-то, клоуна можно вызвать, с ним взаимодействовать и в любой момент отключиться. Ну, то есть задумывались ли вы, да-да-да, приложение какое-то, аппликация? Пока нету. Мы сейчас ищем. Может быть, кто-нибудь услышит, кто мог бы и хотел бы для нас разрабатывать подобную аппликацию. Так что да, мы ищем разработчиков, мы так думаем об этом. Давайте так и спросим. Да. И сейчас в эфире, и потом чуть позже в публикации на MixNews.lv просто отметим, что есть такие идеи, просто нужна помощь, совет, может быть, поддержка профессионалов из этой сферы. Давайте, да, сведем айтишников с вами, почему нет, может, что-то и получится. Давайте, это прекрасная разработок не бывает без технического задания. Я так понимаю, что не совсем вы готовы, возможно. Но давайте наимпровизируем. Что может быть в этом приложении, на ваш взгляд? Ну, конечно, это возможность записи к доктору Клоуну. И, в общем-то, главное, мне кажется, самое главное, это легкость в обращении. Чтобы это было максимально легкая для всех программа, как для клоуна, потому что у нас тоже клоуны, все не IT-специалисты, также и для родителей и детей, которые могут жить где-то в углу совершенно, не знаю, например, в деревне, и у родителей могут быть самые простые абсолютно девайсы. Да, то есть мы говорим о самых простых телефонах, о самых простых и старых компьютерах. То есть самое главное, чтобы это было очень просто в управлении. Конечно, видео и возможность записи. Я думаю, что в данный момент. Вот какой-то я не особо готова, но вот это самые главные вещи, прекрасно, которые должно быть. Вброс такой сделан, посмотрим, к чему это приведет. Ну, попытка не пытка. Ну, если не попытаться, то ничего, мы не получим ответа, кто-то готов подхватить эту идею или нет. Меня насторожили ваши слова, касаемые финансирования. Оно уменьшилось, вы сказали, это плохо, это жалко. Давайте поговорим об этом. При чьей финансовой помощи вы тогда существуете и какие планы на будущий год? Знаете, да, вот про финансы, мы, действительно, вот Рождество всегда про то, что нам хочется быть щедрыми, мы делаем пожертвования. Но мне кажется, до сих пор, и, возможно, это тоже отсутствие информации, что на самом деле пожертвования, вот для того, чтобы 3 часа
который работает доктор-клоун в больнице, это его одна смена. Что же лежит под ним и на что, в принципе, нужно финансирование? Для того, чтобы люди понимали, когда они жертвуют, на что уходят деньги, это не только 3 голых часа работы доктора-клоун в больнице. Для того, чтобы она могла случиться, вот эта вот работа, и ребенок мог получить поддержку в течение 3 часов, доктор-клоун подходит отбор. Потом проходит полугодовое обучение. После этого доктор-клоун поддерживается постоянным обучением. Это вот как доктора, которые все время свою профессиональность увеличивают и поддерживают. С докторами-клоунами это абсолютно то же самое. Это невероятное количество административки, с которой сталкивается любая организация. Да? Это психологические помощь, что касается именно докторов-клоунов, да, то есть это супервизии. И мне кажется, это очень важно понимать, что благотворительные организации, так же, как и другие, у них очень, на самом деле, много других статей расходов для того, чтобы вот эта целевая вещь могла случиться. И да, поэтому для нас самое важное всегда сохранить клоуна в больнице, и мы, как при, там, не знаю, при минимальном финансировании мы просто будем урезать другие статьи расхода. Но последнее, что мы будем урезать, это мы будем урезать часы клоуна в больницах, потому что мы знаем, как дети ждут их. Вот мне буквально недавно было пару комментариев от того, что ребенок приехал в больницу, слава богу, на какое-то короткое обследование, но он был разочарован, потому что он не встретил доктора-клоуна. То есть он ехал туда, на самом деле, на достаточно хорошем позитиве, потому что он знал, что там будет, не знаю, потратит время, там будет какое-то обследование или что-то еще, что ему нравится, но он приедет, и он встретит там доктора-клоуна. И вот это, мне кажется, очень важно. Это наше регулярное нахождение в больнице, именно потому что дети и родители рассчитывают на это. Это залог, в общем-то, нашей клоунской, начала нашей организации, когда мы брали на себя ответственность, что если мы начинаем, мы не можем в один момент сказать, извините, вдруг у нас вот завтра мы не будем, потому что у нас не хватает денег. Мы должны как-то быть в таком, работать так, чтобы, в общем-то, дети знали, что они могут встретить своего доктора-клоуна там и получить поддержку. Вы существуете долгие годы, и сотням детей оказали помощь, и я правильно понимаю, что до сих пор со стороны государства никакой финансовой поддержки нет? Нет, со стороны государства поддержки нету, но, в общем-то, вы знаете, я думаю, что для доктора-клоуна есть огромные, ну, то есть у нас хорошая поддержка. Несмотря на то, что она уменьшилась, у нас хорошая поддержка как от частных лиц, так и от предпринимателей, и вот она важна, регулярная. Например, вот уже второй год, весь декабрь, рождественский месяц, Битта берет на себя расходы по тому, что клоун находится в всех больницах, которые не работают. И это очень важно, потому что мы знаем, что регулярно декабрь, вот за это мы не должны волноваться. Это огромное подспорье. А про государство, ну, мне кажется, знаете, у нас сейчас так сложно с зарплатами для медсестер и для медицинского персонала, что мне хотелось бы, чтобы, в общем-то, наверное, этот бюджет был больше присмотрен, чем доктора-клоуны, потому что все-таки доктора-клоуны — это витаминки, а доктора — это лекарства, и это самое-самое важное. У нас, между тем, есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Можно я, как отец двух детей, скажу вам большое спасибо? Вот мне приходилось попадать в больницу в Ени-Базгатовой пару раз, что с одним, что со вторым ребенком. Понятно, что это не самое лучшее мероприятие. Ребенок очень кислый туда приезжает, но когда видит вас, как вы можете на ровном месте развеселить ребенка, поддержать, чуть ли не простую микстуру, чтобы он выпил, заставить его там открыть рот, вы большие молодцы, я всегда поддерживаю вас, и большое вам спасибо. Спасибо большое. Большое вам спасибо, что позвонили, откомментировали. Для нас, на самом деле, самое ценное – слышать вот такие вот комментарии от родителей. Я хочу обратиться к всем. Пожалуйста, пишите нам, у нас есть на Facebook страницы, пишите нам ваши истории, пишите нам ваши комментарии. Для нас это очень важно слышать и знать как. Также, если вдруг есть негативный опыт, делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Нам, как организация, это, во-первых, приятно, во-вторых, важно для развития. Ну и вот, кстати, о развитии, вот какие планы все-таки в дальнейшем, на следующий год, как вы смотрите на следующий год, с оптимизмом ли, с опаской?
Нет, мы всегда смотрим с оптимизмом. Посмотрите, мы только что начинаем новую школу, и последующие полгода у нас будут учиться 13 молодых людей, которые хотели бы стать доктором-клоуном. Посмотрим, сколько выдержат до конца и пройдут аттестацию, но тем не менее это прекрасные новости. В следующем году у нас десятилетие, поэтому мы особенно ждем этот год и надеемся, что он будет очень особенный как для нас, так мы сможем сделать их для детей. Мы хотели бы, чтобы у нас, мы сейчас ведем подсчет, мы чувствуем, что докторов-клоунов не хватает. Мы хотели бы, чтобы больше было возможности у детей встречать докторов-клоунов. Это наша задача. Ну и моя такая тихая надежда на то, чтобы понемножку, может быть, мы могли бы начинать работу в двух направлениях. Это с детьми, которые болеют дома. Это или онлайн, или какие-то иногда посещения, в общем-то, мы будем паллиативных деток. И также все-таки я очень надеюсь, что мы сможем развить направление и начать работать с пожилыми людьми. Потому что во всем мире доктора-клоуны также работают с пожилыми людьми, и им также нужна поддержка и, в общем-то, доброта и радость, вот, не менее, чем малышам. Это такие наши мечты, скажем так. Пока еще не планы. Ну что же, Марина, прежде всего большое спасибо вам за вашу работу. Мы тоже вас благодарим и от нашего лица, и от лица наших слушателей. Не все смогли дозвониться в эфир. С нами была глава общества «Доктор-клоун» Марьяна Миловская. Еще раз огромное спасибо, с наступающим. Ну и всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего года. До свидания. Ну, а мы завершаем сегодняшнюю программу «Утро на Болткоме». Я хочу напомнить только, что впереди тоже очень интересные программы. Вот с 10 часов «Подоплёка», «Споры Латвии, Литвы за транзит», «Новый акт старой драмы». В 11 часов я вернусь с программой «Синема» с Владимиром Веселовым вместе. Подведем итоги киногода. И с 12 до 13 «Культурная среда». Главный дирижер Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн будет гостем, и после 13 часов художник Вадим Маркевич.